режим чрезвычайной ситуации сохранится в Алматы до завершения ликвидационных мероприятий. Ведется мониторинг уровня воды во всех маринных озерах региона. Точная сумма ущерба пока не названа, ее только подсчитывают. На место прибыла правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердыбеком Сапарбаевым. Ранее вместе с заместителем министра внутренних дел Владимиром Башко он совершил вертолетный облет селя опасных участков, который показал, что опасность миновала, уровень воды в озерах в предгорных территориях снижается. Сейчас местные жители помогают в очистке территории от камней и глины. Старожилы вспоминают, что в последний раз такой сель был в 1952 году. Это... Работа будет постоянно на контроле правительства, акимата. Мы постараемся быстрее восстановить. Что касается компенсации, будет создана специальная комиссия городского акимата. Она будет изучать каждый дом, каждую семью, какие есть ущербы с учетом действующего законодательства со стороны акимата города будет оказана помощь. Если нужна будет помощь со стороны правительства, такая помощь будет оказана и со стороны правительства.